На нашу долю выпало много месяцев борьбы и страданий. Но мы не сдадимся. Со всеми силами, которые у нас есть, мы будем бороться против тирании, чтобы не дать ей места в истории человечества. Это наша политика. Мы идем к цели с одним словом на устах. Победа. Победа любой ценой. Я повторяю. Любой ценой мы одержим победу. Я уверен, что мы добьемся своей цели, поскольку мы вместе. Нас связывают единые узы и стремления. Подумайте над этим. Как я сказал, единые узы и стремления. Мы положим конец кровопролитием, слезам и страданиям. Британский штаб впереди где-то, в половине щелчка отсюда. Похоже, им сейчас тоже не одиноко. Что бы ни задумали эти фрицы, это не добро. Приятно вас видеть, сержант Бейкер. Атака на Монте-Кассино сдержана, американские и британские войска отступают, чтобы перегруппироваться. Однако у нас есть группа, которая попала в ловушку под вражеским огнем. Некоторые из них ранены. Возьмите с собой медика и попробуйте вытащить этих ковбоев из огня. По всей области полно немцев, поэтому используйте этот пулемет с умом. Вот наш эскорт. Похоже, нам придется долго объезжать это место.
Я вижу британцев. Похоже, им пришлось туговато. Прикройте нас, мы собираемся пробиться к ним. Самое время, ребята. В этом здании слева есть немного боеприпасов. Забегите туда и принесите нам немного, чтобы мы выбрались отсюда. Некоторые ранены в плохом состоянии. Если они все еще живы, им пригодится наша помощь. Идите по этой дороге туда, где произошел самый тяжелый бой.